Всем привет, с вами Кейн. Добро пожаловать на девятую серию прохождения игры Red Dead Redemption 2. И в начале серии я взял доп. Задание. Тут, короче, нужно ограбить ферму. Не включил запись изначально, потому что не хотел записывать дополнительную задачу. А, еще кое-что. Зараза, я хотел снять эту шкуру. Бизона. Это было, походу, быстрое перемещение. Okay, не, это... Ай, ты. А сюда дробовик. Да, вот так вот. There's a spot up ahead where we should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into... А я лошадь не привязал? А, он тоже не привязал. Apparently... Family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders. В общем, я не знаю, насколько это какое задание, это походу доп задание именно в лагере. А еще place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house. This could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Boy, I think we need to draw them out somehow. And I got an idea. Follow me. А также я еще попутно катался по карте, там охотился на всяких зверей и наткнулся, короче, на заключенного в цепях. Вот, и он был в цепях, я перестрелил эти цепи, но освободил его. И он мне дал наводку на один дом. Типа богатая ферма, там тыры-пыры, надо ограбить их. И затем я встретил... его еще раз. И... You understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. А, не за этим. Вот тут. В общем, встретил я его второй раз. Он сказал: «Мистер, здравствуйте, это я».
И, короче, освободила его еще раз. И... А, он дал мне наводку на еще один дом. Короче, мне две наводки на... Сука, ну зачем вот, блядь? А... Сейчас, блин, я не помню, там L, да, по-моему, L. Бляха-муха, короче. Короче, не знаю, их надо, наверное, перебить. Ёб твою мать, где твоя голова? А, тю, блин, я думал это... Да-да-да-да-да, иду, толкнуть нам. Толкайте, мужики. О, это деньги? I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Ага, это вот тут мы. Ох, нихера себе, куда мы зашли. Короче, наш лагерь где-то вот здесь. Подожди. Ну, короче, где-то вот тут вот наш лагерь. Вот тут. Точно не помню. А мы аж доскакали аж сюда. Хорошо. Так, второй этаж я хотела. Ой, отлично. Бабосики. И... Так, а намордник у меня одет? Одет, отлично.
Стопка денег? Нихер. И золото еще. Мешочек с драгоценностями. Ёпты. Короче, в общем, хорошо, что мы сюда выполнили это задание. Ку-ку. Не надо злость, пошли. Поскольку нам не хватает там для прокачки, я хочу в лагере кое-что прокачать. Там инструменты, как-то там называется. Для типа этого. Сука, ёбаная лошадь. Для как-то ремесла, по-моему, там, короче, или еще что-то. В общем, с их помощью я смогу тогда крафтить сумочки там, по-моему, еще что-то там. Ну, короче, много чего можно будет крафтить. Так, подожди. То, что у нас тут еще есть. О, хавчик, да? Так, попытка 2. Должно сработать. Обычно в лошадях есть много денег, или же в этой нихера нету. Ладно. В общем, буду крафтить. Для этого нужно построить это улучшение в лагере. Поэтому очень хорошо, что мы сделали, выполнили это задание. Ага, еще здесь что-то надо, можно обыскать. По-моему, это у них типа кухня или что-то такое. Где ж тут? Вот это ж вход. Вот, ну это ж вход. А это что за ящик? Его можно открыть, не? Нельзя. Ага. О, какой шкаф, нихерена себе. Оружейное масло, вот тоже надо, как раз мне полезна эта вещь. Бурбон. Ага, тут ты не можешь открыть шкаф, прикольно. О, там вот нычка, там по-любому что-то есть. И чё, всё? Так, вот это вот что-то стоит, микстурка какая-то, да? Мы её можем взять. Тоник для волос, отлично. Помада для... Ой, прям... И шляпа какая-то, да? А шляпу я могу взять? Не? Сука, шляпу нельзя взять, ну ладно. А тут по-любому что-то должно быть интересное. Оружейный ящик, вау. Мабуть. А ну, волына какая-то. Что? Так он какой-то ржавый, грязный. Дробовик. Помповый дробовик, да.
Что там наверху у нас? Ящичек, да? Но мы его открыть не... Сундук можно открыть, да? Ну, открывай сундук. Ром. Блин, что с этой камерой? А, и все? Зашибись, вот это. Да. В общем, такая вот фигня. Стоп, подожди. А что это там отображается на карте? Короче, я сейчас буду ехать назад в лагерь. И поедем на какое-нибудь следующее задание. Сейчас я сделаю так, чтобы было, скажем так, быстрое перемещение в стиле кино. Ребята, случайно наткнулся на эту местность, пока ехал в лагерь. В общем, здесь очень красиво, но суть в чем? Вот эти вот гейзеры, короче, вот тут он где-то гейзер, и еще где-то вон там вот гейзер этот, и еще вроде бы где-то, я не помню, а вот и там. Короче, смотрите, я не помню откуда, но откуда-то у меня взялась, подождите, простите, не туда, и забыл где оно. Фак, а вот, вот, вот это и, по-моему, два, да, вот это вот, вот. Карта сокровищ, которую я нашел, вторая типа карта. Ну, в общем, вот, видите, то есть гейзеры. Один вот гейзер, второй гейзер, третий. Тут вот этот, это, я так понимаю, камень лежит. Я его тоже, кстати, нашел. Сейчас убрать. Камень, подожди. А, вот, вот, камень здесь. Я так понимаю, это вот, вот этот вот камень. Вот. Ну, судя по всему. Короче. Здесь и... вот, какой-то знак вопроса. А, вот. Нет, подожди, это не то. В общем, здесь где-то должно быть... как сказать... клад, второй клад. Не знаю, закопан, не закопан. Но я так понял, что это оно и есть. Блин. Только единственное, что... Вот. Где оно находится, я хрен его знает. Но вот этот камень, я так понял, то он и есть тот, который я нашел. Ну, возможно, это не он, но хрен его знает. То есть, как бы... тут, кстати, волки на меня напали, поэтому я спешился. Да, конечка, иди ко мне, иди ко мне. Ну вот, один гейзер, второй гейзер, третий. Сука, ну где-то, короче, должен быть камень. С рисунком этим. Я понимаю, так. Возможно, я ошибаюсь, это не то место, но мне кажется, это именно то место. Просто. Да япона мать, а! Я вам, блядь, сейчас устрою, суки.
Да, сука. Я тебе, блядь. Шапка сраная. Задолбали, а? Сколько ж можно? Опять моего коня, короче, вот такая вот фигня с этими волками. Этот какой-то живучий. В общем, очень похоже вот это вот на то, что там изображено, вот, вот это вот камень. Не уверен, что он, но... Та, не та карта. Не-не-не-не-не-не. Убрать, пожалуйста. Ну, то есть от трех этих гейзеров. Ох, жопа какая-то. И где-то вот так вот. Ну вот, короче. Похоже на вот этот вот камень, ну. Или это не этот камень. Вот гейзер один, там он второй вдалеке, этот тут. Вот это вот единственное место, где я, скажем так, мне так кажется, что это оно. Ну, возможно, это не так, но, скорее всего, это оно. Другой вопрос. Где и что тут искать, поскольку на карте я немножечко не понял. В плане, где копать, где что закопано. Но и еще такой второй момент. А, вот, дерево лежит лежа. И там вот как бы... Так, ладно, большой. И вот в этом круге большое озеро. Бляха-муха. Короче. Да, подойти поближе. Так, ладно, я здесь побегаю, поищу. В общем, ребята, долгими поисками я, в общем, нашел под... В общем, вот, по-моему, вот это вот оно. Осматриваем. В общем, вот здесь оно. Походу я нашел просто еще одну карту и... в общем, вот, вот это место, вот эти вот камни. Сейчас я отдалю камеру, вот. Вот, вот у этих. Вот один гейзер, второй, и вот тут вот третий. Вот, возле этого камня, вот, оно вот так вот обозначено было. Что-то я не знаю, как я прошел это место мимо и не нашел это изначально. В общем, вот, вот так вот. А, ну и, наверное, я покажу, раз уже... Вот, третья карта. Вот эта местность, я хер его знает где. Ну, будем искать. Если найду, то, возможно, в следующих сериях это я вам покажу. Итак, начинаем сюжетное задание. So, feeling better? How's the scar?
I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... Well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Итак, я поохотился немножко там. Tether the horse and I'll meet you across the street. Немножко покатался, и, кстати, я наткнулся на стоящий поезд на рельсах. И там трое из банды Адрисколов грабили, в общем, всех. Но я не успел их спасти, поскольку, вернее, как грабили, они перебили их всех. Не успел их спасти. Don't you wear yourself out now. А, у меня есть снайперская винтовка. Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. Ну, у меня есть винтовка. It's on the catalog here. А, вот эту хочешь, чтобы я взял? Даже не знаю, но у меня есть хорошая винтовка. Ого, нихера себе. Ну и обтяжка — это просто дизайн, правильно? Да. Тут только вот оптика роляет. И ствол, да? Нарезка, дальность. Тут и так конская дальность, куда еще дальше, я даже не знаю. Короче, ничего прокачивать не буду. А, вот, имеется. Вот, это то, что у меня уже есть. Имеется, так. А, вот, и это то, что тоже у меня тоже есть. А, урода, но пистолетный. Патроны для винтовки. Карабин. Экспресс-патроны на винтовку, вот они. Сколько их там штук? Как их купить? Энтером. Скоростные патроны. Короче, патроны на винтовку пригодятся, поскольку они лишними не бывают. Ну, карабин нет, не знаю. Дробовика. Короче, все. Больше ничего не надо.
Ага, я не могу в городе посмотреть. Короче, у меня теперь стволов куча. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You? I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl... What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Короче, я понял, у него есть мечта стать пастухом овец, но он из-за жизни в банде, короче, не может все это бросить, и такая вот фигня. All right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Кстати. А, я не могу прицелиться, ну ладно. О, могу. Okay. I think that's them over there. The one now. Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. А, куда с... ranch hands. Just watch the sheep. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Надо и этого отпугнуть. That ought to do it. Короче, надо... Let's go round them up. А, я не... А, надо что, подойти к лошади, что ж я туплю так. Вот. Двухствольный. Вот, и это у меня винтовка моя уже прокачанная. И... Вот, тут тоже такой же прицел. И разница в... У меня больше урона. И темстрель, да, то есть моя винтовка лучше уже, чем это. Ну, ладно, возьмем дробовик. Вот этот вот, прикольный, кстати.
помповый дробовик. На всякий случай. Да-да-да, идем, идем, идем. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here, there, but not much. Those cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Так, как их? They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Кстати, лошадь у нас прокачана. Ну как прокачана, третий уровень. All right, whatever you say. Huh. There's some getting away. This will go a lot faster if you shut up, Marston. Move it. Ага, то есть можно. Давай быстрее. Ну ну. There you go. Давай. Беги. Чтобы их не затоптать, хорошо. Ну не отставай, давай. Ну чё ты? Давай, шевелись. Чуть не раздавил. Так, в общем, достаточно прикольно. Ё-моё. Только я не понял, куда мы их гоним. Мы, скорее всего, их хотим продать кому-то, да? Ну? Не, подожди, что-то я... Seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Короче, наскинули на деньги. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Damn.
А, еще кое-что я хочу узнать. Что у него за лошадь? Хер я так узнаю, да? Ну ладно. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. Well, never really was. Короче, я так понял, сейчас мы расскажем все это дачу. И пойдем набьем морды вот этим вот товарищам. Ну, либо же дач поговорит. С этим товарищем, который нас напарил. Поглажу. Молодцы. А, да, плюсик мне. After you, sir. I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromise. Gentlemen. Dutch, Nepo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen. Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out here now! What the hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you! Get out here before I have these men killed! What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash! You start spinning the yarn, and when I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderlyn, you're done! Now get out here now! Deal with this nonsense. Please, gentlemen. This is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn. В смысле это, блядь? Who wants to be the Messiah? Not me. Nor... А чё, блядь, надо сделать? Так, подожди. Что-то я не понял. Wants to be the Messiah. Not me. Nor do I want to be this Dutch man, whomever he may be. Так, я понял. Надо, наверное, сначала этого пристрелить, а потом того, да? Wants to be the Messiah. А чё, блядь, надо сделать? Сука, я нихуя не понял. Who wants to be the Messiah? Not me.
nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. I am Archibald Smith, a lay preacher. Ну, слушайте, блин, я не знаю, что делать-то. Will you get to it? Блять, я не знаю. Вот, блять, ну чё мне надо сделать? Я не понимаю. Пристрелить другого чувака или чё надо сделать-то? Who wants to be the Messiah? Фу, это блять, ну... Не того, да? Ну, блять, ну а кого мне нахуй пристрелить? Я чё-то не понял вообще. Сука, что за бред, а? А, на крышу. Блять, я не понял, я в него стрелял, какого хера? Либо он не сдох. Ага, то есть из двух. Черт возьми, да, блядь. А че это за ствол, кстати? У меня ж, по-моему, дрожжи. Сука, я не успел подлечиться, блядь. Ну, блядь, я не понимаю, почему у меня такой говняный ствол? Что это за, блядь, говно? У меня нормальный, блядь, револьвер был. Мне дали какое-то говно. Блядь, я что-то не понял, что за херня. Just scratch, shut up!
Там кто-то бежит, блядь, пристрелите его. Ну отстреливайтесь, япона мать, а. Блин, я так и не понял, почему с первого раза оно не сработало. Ну, это моё. Nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go. Да, блядь, чё я с двух рук не могу стрелять? Я не понял, блядь, что за херня? Сука. О, сука, вы чё, блядь? Блять, вот этот пидорас сбоку, который. Сука, да ёб вашу мать, вы, блять, почему у меня не два ствола, я не понимаю, что это за, блять, хуйня, а? Какой-то бред, блядь. Не надо за мной гнаться. Я тебе говорю, блядь, не надо гнаться, сука. Что вам, блядь, непонятно? Ох, вот это жопа, а. Так, я сбил в другую сторону на всякий случай. А, коньяку я хочу. Да не надо грибами, морковкой. Вот морковку. Короче, задание прошел хреново. А,
А, еще кое-что, что... то, что у нас теперь здесь просто пиздец, какая красная зона, и нам туда вообще живым или мертвым, короче, то есть нас... Ой. Не очень приятная ситуация. Но в целом прикольно было. Мне понравилось. Перестрелка такая. Ну вот, блин, единственное, что мне не нравится, то что, блин, они прут, они резаются откуда-то, непонятно откуда, из, блин, непонятно откуда место. И то есть, сколько бы ты их не перестрелял, даже хоть бы тысячу, блин, они один хрен будут лезть и лезть, то есть всех не перестрелять, типа такого вот. Короче, мне вот это вот в игре вот не нравится такое. Что их бесконечное число противников. Hello, Arthur. Ох, блин, вообще вот печально. Нам теперь придется, скорее всего, отсюда уезжать. Come on, girl. Потому что, ну... Сильно мы там насолили. Я, в общем, думаю это сделать в следующей серии. Не в этой. Поскольку и так уже... Да-да-да. Вот это, походу, задание удача вот появилось. Это... И я смотрю, мы что-то сложены. Вот мой домик уже сложенный. Мы, походу, будем сейчас куда-то переезжать. В общем, это все будет, наверное, в следующей серии. Итак, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.